25 марта отмечается День работника культуры. В музейно-выставочном комплексе деятелям искусств округа вручили благодарственные письма и грамоты. Тему продолжат мои коллеги. Под гимн работника культуры состоялось открытие торжественного мероприятия в честь профессионального праздника. Около 100 деятелей культуры и искусств Люберецкого округа собрались в стенах музейно-выставочного комплекса. Поздравить их пришли депутаты Московской областной думы Игорь Каханный и Дмитрий Дениско. Человек, который связан с культурой, у него в жизни всегда все получается немножко лучше, чем у тех, кто не связан. Потому что человек культурный – это человек творческий, а творчество нужно везде. Творчество надо применять и в учебе, и в работе. И культура, конечно, гораздо ближе к народу, потому что это и есть сам народ. И культура у нас народная. И то, что вы несете светлые души, закладываете и детям, и взрослым, это то, без чего прекрасная жизнь просто не осуществится. В 2021 году в ежегодном рейтинге среди культурно-досуговых организаций Московской области учреждения округа заняли 3-е место. В 17 организациях работает около 800 специалистов. Среди них профессора, кандидаты искусствоведения, доценты, члены Союза писателей, Союза композиторов, Союза художников России и заслуженные работники культуры и образования России. Вы знаете, насколько наш труд тяжел. Он очень тяжел. Легче разгрузить, мне кажется, иногда вагоны, чем сделать потрясающее мероприятие, чтобы угодить и понравиться каждому нашему читателю, зрителю. В прошлом году учреждениями культуры проведено более 13,5 тысяч мероприятий. Дети и педагоги показывают высочайшие результаты на всероссийских, областных и международных конкурсах. Учащиеся детских школ искусств округа ежегодно становятся призерами премии губернатора Московской области. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.